The next part of grammar is possessives. Следующая часть грамматики – possessives. Это принадлежность. И вы можете заметить в кружочке апостроф и s. Так мы показываем принадлежность кому-либо. Обратите внимание на таблицу. Когда мы говорим про принадлежность, что человеку что-то принадлежит, это его, то мы используем апостроф и s. И будет Alex computer. Это значит компьютер Олега, его собственность, ему это принадлежит. Апостроф s ставится только с людьми. Если множественное число во второй колоночке, когда у нас не идет не один человек, а много. Например, parents room, комната родителей, это их комната. Родители уже во множественном числе, у них стоит окончание s, поэтому ставится просто апостроф и будет parents room. Когда же мы говорим про вещи, то, что у нас неодушевленное, и мы хотим показать принадлежность, то мы ставим of и будет a cup of tea, чашка чая, и оно как бы отвечает на вопрос чего, чашка чего, чая, a cup of tea. Давайте рассмотрим все на примерах. Мамина машина или машина мамы, мы можем сказать на русском языке по-разному. Что это значит? Машина ей принадлежит. Соответственно, на первом месте у нас ставится человек. Чье это? В данном случае мама. А потом, что ей принадлежит? Машина. И у нас будет mother's car. Мамина машина. Мама в единственном числе, поэтому у нас ставится апостроф и s. Mother's car. Муж моей дочери. Здесь главное, чей муж? Дочери. Поэтому дочь будет идти сначала, а потом ее уже муж. И апостроф добавляется именно к человеку, к кому это относится. И будет my daughter's husband. Сумка мальчика. Она ему принадлежит. И будет boy's bag. Boy's bag. Кафе моего друга. Мой друг – это существительное, а кафе – это его собственность. Поэтому апостроф будет и s добавляться к другу. My friend's cafe. My friend's cafe. Катины ключи. То есть это ее. Соответственно, будет Катя's keys. Катя's keys. Девчачья привычка. То есть это мы, когда хотим сказать, что особенность кого-то. Соответственно, girl's habit. Здесь идет множественное число существительного. То есть girls, девочки, уже идут во множественном числе. Добавляется просто апостроф. И будет girl's habit. Столица Казахстана. Здесь у нас идут неодушевленные. Столица чего? Казахстана. И, соответственно, вот это чего, это of. И будет the capital of Kazakhstan. The capital of Kazakhstan. Крыша здания. Опять неодушевленная. Крыша чего? Здания. И будет the roof или a roof of the building. A roof of the building.